Меня зовут Эльвира Османова, 60-го года рождения. Я проживаю в поселке Анапский в Новороссийске. Я являюсь участником социального проекта «Бесплатное банкротство» от юридической службы «Единый центр защиты». На сегодняшний день моя пенсия составляет 13 500 рублей, а моя долговая нагрузка оценивается на 1 350 000. Я хочу поделиться с вами с моей историей, как я стала жертвой мошенников, которые оформили на меня кредит на 1 000 000 рублей в двух банках. Ранее у меня был кредит, который я выплачивала с пенсии. В поисках возможности увеличить свои сбережения и я увидела в интернете объявление о работе в Тинькофф для пенсионеров. Мошенники представились сотрудниками Тинькофф, и по их предложению я могла вложить свои деньги, которые будут накапливаться с возрастанием суммы и приносить прибыль. После общения с ними мне предложили взять кредит, обещая закрыть мой существующийся кредит, а остальные деньги инвестировать. Я доверилась их обещаниям и отправила им одобренные кредиты из банков. Однако, по факту, мошенники исчезли, а я осталась с огромными кредитами, которые не могла выплачивать. Однажды увидела рекламу о социальном проекте «Бесплатное банкротство» от Единого центра защиты и обратилась к ним за помощью. Благодаря этой компании мне была предоставлена квота на бесплатное банкротство, за что я очень благодарна.